нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Выходит из биоробота, становится рядом. Если в биороботе находятся еще копии, голограммы, любые подключки, они сейчас выходят силой моего намерения и становятся рядом с тонкой копией. 1, 2, 3. Проверяю, пожалуйста. Снимаются все маски и голограммы, ставим маячок зеленый-красный. Если это она, зеленый цвет, если нет, красный. 1, 2, 3. Какого цвета маячок? Красное ощущение, что это ее копия. Понятно. И я даю команду, значит, 3. И силой моего намерения притягиваю к биороботу оригинальную тонкую копию, где бы она ни находилась. Значит, 3. 1, 2, 3. Да будет так, а так и есть. Притягивается и становится рядом. Она какую-то защиту себе ставила. Итак, ставим маячок. Что-то появилось, Вера? Посмотри, пожалуйста. Да, появилось. Хорошо. Так, и защищаемый физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта на время работы. Берем ее защитный скафандр на время работы. Берем сетку, голограмму. 1, 2, 3. И вместе с тонкой копией поднимаемся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Да, мы на месте. Хорошо, и голограмма уходит в клетку-тюрьму. Хорошо, мы приостерегаемся, готова ли она к диагностике. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Доверит. Отлично, хорошо. И я даю команду. На счет 3 сканер начинает сканировать все 7 тонких типов пространства. Над головой, под ногами. Сканер начинает сканировать все 7 тонких типов. Находит все. У меня синий дракон. Поехали. Синий дракон. Бес. Угу. Бес. Инсектоид. Инсектоид. Дальше. Тут еще есть. Снимаются все маски и голограммы. Все в клетке тюрьмы предстают согласно своему эфирному коду. Если есть голограммы, голограмм загорается ярко-красный маячок над клеткой, начинает мигать. У меня как старик какой-то согнутый из дерева. Старик согнутый из дерева. Для меня это похоже на магию. Из дерева. Хорошо. Где он находится? В клетке. Хорошо. Значит, у нас 4 канала, да? Да. Хорошо. Считай, пожалуйста, цифры над головой дракона. Одна голова у него? Одна голова, голограмма – это его. Голограмма дракона. Сколько, какой у него уровень? Посчитай. 3005. Да. Хорошо. Дракон, как долго ты находился в этом биополе? Он говорит, что скоро 3006. Ну, это еще вопрос. Если ты сегодня выйдешь... Находился он 5 лет. 5 лет. Ты знаешь, это еще вопрос, станешь ты 3006 или нет. Я вот, например, сомневаюсь, потому что осознанности у тебя, честно говоря, маловато. Ты можешь мне объяснить, по какой причине ты находился 5 лет в биополе человека и каким обманом ты вошел в ее биополе? Что ты пообещал? Защиту пообещал. Понятно. И принес голограмму. Понятно. В образе кого ты предстал перед ней, что она разрешила тебе войти? Кому она обращалась. Кому она обращалась? К ангелам? А? Святом. К святому. Значит, ты предстал в образе святого, да? И какая ее ошибка была, что ты вошел, она не проверила, правильно? Истинный этот цвет или не истинный? Прав я, дракон? Но он мне помимо этого показывает еще, ты прав, да, это одна из причин. Угу. Вторая причина, что она отвечала злом на зло. Зло. Вот так вот. А это, оказывается, твоя энергия, да? Ну, это открывает мне доступ. Ну, это как месть, можно сказать, правильно? Месть, да. Тебе открывает доступ. То есть в нее вибрации падают моментально, что делает тебе, облегчает комфорт, и ты можешь собирать урожай. Говорит, я бы сказал по-другому.
Вибрация — это одна сторона медали, вторая — это то, что она открывает дверь, то есть она унижает свою волю и этим открывает нам дверь. Объясни насчет унижения своей воли. Это значит, когда человек подавляет свою волю или делает такие вещи, которые он не хочет делать? Или как это понять? Нет, она именно унижает свою волю. Унижает свою... Идет против своей воли. Ее чистота внутри не хочет делать зло. Но ее ум и воспитание говорит, что нужно мстить. И идти тем же путем. Она не ищет других путей, она идет теми, которые знает. Понятно. Если вы не измените эти черты своего характера, то никто ничего не сможет сделать. И не только синий дракон будет заходить, а будут заходить просто все на энергию зла и мести. Я еще удивился, как у вас только бес, а не демон тогда сидит, потому что они тоже любят такую энергию. Будьте очень осторожны с этими эмоциями. Они вызывают очень плохую вещь, такую как... потеря, отток энергии и так далее. Хорошо, Вера, давай мы сейчас начнем реверс энергии, и в процессе реверса я буду с ними общаться. И я даю команду тонкой копии спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогенные низкие вибрационные энергии в ее биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы. В сущности, каждый подходит к своему каналу. И я даю команду тонкой копии произвести отчуждение все чужеродные патогенные низкие вибрационные энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ, пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к насибе. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Так, хорошо, бес. Какая у нее цифра над головой, Вера? 7 или 8? 8. Хорошо, бес. Как долго ты находишься в этом теле? Тоже 5 лет. 5 лет. Понятно. Какую ты энергию зашел 5 лет назад? Что это было? Покажи ситуацию. Низкие вибрации. Ну, какая ситуация была? Понятно, что низкие вибрации. Что это было? Ругань или что-то другое? Скандал? Я не знаю. Он не показывает застолье, но оно какое-то грустное. Грустное застолье. И что там происходило? Наверное, не то, что застолье, а она одна. То есть ты на грусть зашел? За столом. Или... ты на грусть или на алкоголь зашел? Или что там было? На грусть вместе. То есть это не было состояние опьянения. Это была вот такая давящая какая-то грусть. Ты сказал слово «месть», я правильно понял? Грусть. Нет, месть он не говорил. А он не говорил. Хорошо. Значит, 5 лет назад. И скажи мне, ты где зашел? В квартире у нее? Там, где она живет? Там, где она была, да. А там она сейчас живет? Там, где ты зашел? Это эта же квартира? Что я хочу спросить? Есть там порталы в этом месте, где она живет? Ты должен знать в этой квартире. Ну, говорит, а как же я зашел? Через портал пришел. Вот это я и спросил. У вас в квартире порталы есть? Или это дом, я не знаю. Вам надо будет подумать насчет, чтобы закрыть все эти воронки. Можете обратиться к нам, мы это делаем. Хорошо, бес, скажи. Знаешь, он мне показывает портал и вот этот запах грусти, вот это смесь тяжести какой-то он услышал оттуда. Вот как. Вот эта энергия... она даже пахнет для тебя? Ну да, получается, он как такой темный такой туман идет вот в этот портал, как запах для него. Прислушайтесь к этим словам. Хорошо, бес, у меня к тебе вопрос за кооперацию. Я, конечно, тебе отдам эти лярвы, которые ты растил 5 лет. Где у нее лярвы находятся? Немного, говорит. На руках. Хорошо. На руках и шея, область, грудь, шея. Я тоже думал, там должен быть немалый кусок, если такие энергии, то, конечно, там все это на физическом плане будет отражаться в виде лярв и болей. Хорошо, ладно. Так, ревер закончился, Вера? Да.
и устанавливается фильтр из золотой сеточки на все каналы в порядке реверса, забирает всю чистую светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает тебе обратно. Она хозяйка своей энергии, возвращает все свое себе обратно. Так, инзиктоид, как долго ты находился в биополе? Подожди секунду, вот этот канал у нас, который с вот этим задеревенелым кем-то. Да. Ну, от него есть канал, но, как сказать, он ничего не возвращает. Ничего не возвращает по той простой... Так, ничего не возвращает. Это значит только две вещи. Или человек умер. Давай попробуем сейчас от этого дерева и от этого старика выстраиваются два канала к ответственному. И я его притягиваю в эту комнату силой моего намерения. 1, 2, 3. И он становится заложником в клетке тюрьмы. Все, кто связан с этой энергетикой, связаны. Если человек не живет больше, душа на земле, устанавливается экран на счет 3. 1, 2, 3 перед этим деревом. И мы видим картинку, кто это, что это. Ну, это, знаешь, вот больше как... Дерево, я сказала, но оно как вот эмбрион, вот таким каким-то изгибом кручен. Я понимаю, ответственный выс притянулся за это дерево. Ответственность за это дерево притягивается в клетку тюрьму из-за этого старика. Это, знаешь, это высохшая магия. Высохшая магия, то есть отработанная магия? Да. Понятно. Она не активна сейчас? Нет, она высохшая, мертвая. Вот так, значит, отработавшая магия. Такое тоже бывает. Хорошо, с этим мы поняли. Итак, инзиктоид, как долго ты находился в этом биополе? Реверс закончился, Вера? Или идет еще? Закончился. Хорошо. Инзиктоид? Инзиктоид 12 лет. 12 лет. Ну, инзиктоид у тебя там реально синхронизирован. У тебя и инкубатор там, и все на свете должно быть. Правильно? Да. Хорошо, я дам сейчас команду и начнем тогда процесс рассинхронизации. Сначала вы вытащите все, что вы оставили, после этого рассинхронизируем. Хорошо, я обращаюсь к синему дракону. Дракон, выходи, пожалуйста, сейчас снимай все, что ты оставил в ее биополе и возвращайся в клетку. Доложи о готовности к проверке. Все, кто не пройдут проверку, могут оказаться в галактическом ядре. Поэтому не шутите. Мы находим все. Кто выходит? Первым выходит синий дракон и вытаскивает все платы, которые он оставил в биополе Насиба. Приступай, дракон. И возвращайся в клетку потом. Дракон синий он. Синий? Что он снимает? Платы. Не слышу. У него платы. Платы, понятно. Где? В спине были? Ну, у него в синем теле платы. Идут с подключкой наверх голове, угу. И все это подключается... Голограмме. Голограмме, да. Вижу. Хорошо. Снимай это все. Да, отключился. Хорошо. Так, я прошу беса сейчас выйти. Бес, собери, пожалуйста, все качельки, все носочки, все, что ты там оставил, что у тебя там есть. И не уходи, доложи мне, как ты это все снимешь. А у нее гири на руках и как оковы на ногах. Он говорит, что он снимет все это. Ну, если он хочет лярву, придется, иначе я просто все сожгу. Он говорит, да нет, ты не понял, кто-то сильно ее сковывал, но это не мое. А, вот как. Скажи, так это может быть магия? Но я могу забрать. Давай, пожалуйста. Мне было бы, конечно, интересно узнать, откуда, кто это поставил. Я сейчас бы от одной гири хотел бы выставить канал. Может быть, мы кого-то притянем. Давай сделаем так. И я даю команду, от этой гири выстраивается канал к ответственному. 1, 2, 3. И я его притягиваю по этому каналу, где бы он ни находился, в клетку тюрьму. Он становится заложником нашим. 1, 2, 3. Канал выстраивается и притягивает ответственность за гири. Подожди, надо гири в клетку тогда. Вот эти... Хорошо, отправляю гири в клетку на счет 3. 1, 2, 3. И оковы сейчас... на ногах. И оковы на ногах, силой моего намерения, уходят в клетку тюрьму. Я тебе их потом отдам без.
И от оков, и от гирь сейчас выстраивается канал к ответственному за эту магию. 1, 2, 3. И я притягиваю ответственного заказчика и исполнителя сюда, в клетку-тюрьму. Все, кто связан с этими артефактами, приходят сюда, притягиваются, где бы они ни находились. Но они идут к этому... Старику? Да. Я даже не знаю, как лучше его назвать. Эмбрион, старик. Хорошо. И кто у нас там? Ну, между ними канал просто прошел. Он такой же темный, как оковы. Они как заржавелые. Понятно. Кто притянулся по каналу, от гирь? Ты сказала, кто-то идет? Нет, они между собой связались просто. А, они между собой связались, да? То есть гири связались с этим стариком, да? И никто не притягивается по магии? Притяни еще раз. Хорошо. Значит, сейчас они и вот это высохшее дерево, и этот старик, и эти гири все находятся в одном месте, да? Я понимаю. Нет, у них разные клетки просто между ними. Они связаны. Хорошо. И сейчас от этих артефактов и от гирь с наручниками и от старика с деревом выстраивается один общий канал. И по этому каналу я притягиваю всех ответственных за эту магию, притягиваю исполнителя, притягиваю заказчика и всех, кто с ней связаны. Да будет так. А так и есть. Но он не притягивается, есть как картинка идет, женщина. Давай, женщина. Хорошо, имя свое назови, хотя и может соврать. Она женщина. Плачет. Кто ты такая, женщина? Как тебя зовут? Ты сделала магию. Лила. Нелле. Хорошо. Так, зачем ты это сделала? Зачем ты магию эту черную сделала? Зачем ты на нее все это послала? Что она тебе сделала? Она говорит, что не знала, как это все обернется для меня. Ты раскаиваюсь, уже... но поздно. Ты покинула уже эту землю, да? Ты уже не воплощена в теле? Не воплощена, и много лет мне надо отмываться. На каком уровне ты сейчас находишься? Минус 2? О, это ад. Понятно. Ну, я понимаю, но наверняка не совсем приятное место, где можно находиться долго. Хорошо. Как мне к тебе обращаться? Каким именем? Надира. Надира. Послушай, Надира, у тебя есть сейчас уникальная возможность облегчить себе твое пребывание. Ты можешь сейчас высказать слова сожаления, извиниться перед ней и попросить у нее прощения за то, что ты сделала. После этого я попрошу, чтобы она простила тебя за эту черную магию, которую ты на нее навела. И тебе, и ей это облегчит жизнь. Ты согласна? Она плачет, она согласна, и она очень этого хочет, но не верит, что она ее простит. Мы обращаемся сейчас к вам. Наш Небесный Отец прощает нам все, что мы делаем, и завещал нам все это делать. У вас сейчас есть возможность показать свое великодушие, показать то, что у вас живет душа Творца, и простить эту женщину, которая на вас навела эту черную магию. Это был бы самым лучшим вариантом. Если вы будете держать злость в своем сердце, это будет вас просто ваши жизненные силы съедать. Прощение поднимет вас на уровень выше. Вы готовы попробовать простить сейчас Надиру после того, как она произнесет перед вами слова покаяния и извинения за все вред, который она вам принесла? Она говорит, что она сильно мне жизнь подпортила, но ты, видимо, прав. Давно это было. Надо смысленно держать зло. Прощу ей.
Надо разрывать этот круг. Хорошо. Итак, Надира, я обращаюсь к вам. Пожалуйста, произнесите искренние слова сожаления того, что вы сделали. Она говорит: девочка моя, прости меня и не делай зла. Все это вернется к нам позже. Посмотри на меня, в какой грязи сижу я из-за своих поступков. Я искренне от всей моей оставшейся искры молю тебя о прощении. Если бы ты могла произнести эти слова вслух, мне бы стало легче дышать. Прости меня. Ваша очередь. В ваших руках сейчас лежит судьба души Надиры. Пожалуйста, простите и вы ее. Надира говорит, что я многими манипулировала. Сейчас я понимаю, насколько наша жизнь на земле коротка. И что прожить ее нужно совсем по-другому. Козни и интриги. Все назад возвращается. Нашу чистоту. Говорит, что сейчас уже нечего нам делить. И я прощаю тебя. Я прощаю тебя. Я прощаю тебя. И надеюсь, что это поможет тебе там и мне здесь освободиться от этих оков. Да будет так. А так и есть. Все, магия разорвана. Надира, вы прощены. Плачет. Вы прощены и освобождены от того, что вы сделали. Мы будем тогда отпускать вас на вашу чистоту. Надеемся, что это прощение поможет вам в том месте, где вы находитесь, освободит вашу душу и поможет ей подняться ближе к свету. Она благодарит и говорит, что еще многим мне надо просить. У многих мне надо просить прощения. Я понимаю, Надира, вот это цена черной магии. Я единственное могу только тем людям помочь, которые к нам обращаются. Поэтому в этом случае она говорит, что это цена злости. Да. Это цена. С нее начинается. Хорошо, мы можем вам как-то помочь в вашем месте, где вы находитесь, Надира. Давайте я формирую в своих руках, в моих руках формируется сейчас божественный свет. 1, 2, 3. И этот маленький свет я посылаю энергетический шар ей туда, в то место, где она находится. Пусть он ей даст энергию и осветит ей путь. Да, будет так. А так и есть. Она благодарит, но она говорит, что тебя она видит первый раз. Спасибо, конечно, за эту энергию, но энергии именно людей, которых она знала, искреннее прощение. Вот если зажгет свечу, хорошо, с искренним прощением, вот этот цвет как раз дойдет до нее. Отлично. Я тогда прошу, как она прослушает этот сеанс, зажечь свечу, белую свечу, и помянуть Надиру. С искренним прощением. С искренним прощением, простите. И эти эмоции, этот свет ей очень сильно помогут. И вам помогут в вашей осознанности. Потому что вы показали сейчас высокий уровень осознанности, вы простили человека и правильно все сделали. Я запомню. Хорошо, давай тогда мы сделаем энергетическую свечу. 1, 2, 3. И эту энергетическую свечу я посылаю Надире. 1, 2, 3. Она остается включенной. Такая свеча вам подойдет, Надира, пока? Да, так легче дышится. Отлично. Хорошо, Надира, мы не смеем вас больше задерживать. Мы рады, что так все закончилось сегодня. Мы тогда всю вот эту магию, все, что там стоит, будем уничтожать. А вас отпускаем на свою чистоту, там, где вы находитесь. И желаем вам скорейшего продвижения в свет, наверх. Я благодарю вас, чистые души. Во благо, Надира. И на счет 3. Надира возвращается, отключаемся от нее. 1, 2, 3. И вот эта магия, это высохшееся дерево и гири у нас там остались. Черт, ты хотел, бес, ты хотел забрать? Что ты хотел, гири забрать или что? Он говорил, что я мог их снять, и он их снял.
А, в этом плане. Ну, мы тоже можем снять. А так они тебе не нужны, да? Я могу их тогда выкидывать. Да, можешь. Хорошо, и открывается портал в галактический ядро под этим деревом, гирями и всем остальными. Но вся магия улетает в галактическое ядро на переработку. Аннулировано. Закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо, Бес, я тебе разрешаю тогда снять сейчас все лярвы, которые находятся в ее биополе. Ничего не забывай. Ну, не по рукам, лярвы. Все снимаем. Закрученные. Закручены. А какие боли давали лярвы, Бес? Объяснишь? Отеки. Отеки. Понятно. Вот причина отеков. Спасибо. На ногах, на подошвах. Скажи, а как они сформировались? Ты можешь мне сказать, Бес? Это твоя работа была или это ее личная? Ну, это гири вот эти. Гири. Гири от магии. Все понятно. Всего этого больше нет. И грудь он снимает. Грудь за шею только немного заходит. Грудь через сердце вот так идет, она и назад за шею. Ого. Готово. Хорошо, Бес, благодарю. Так, инзектоид, возвращайся в клетку, инзектоид, пожалуйста, выходи, отсасывай всю жидкость, снимай все подключки, все, что твое там осталось, забирай. Инзектоид, да, установка прям с плеч идет вниз. Угу. Низ живота, желудок полностью, все, оборудование. Ничего не забывай, все вытаскивай. Достался. Там у нас еще голограмма стоит дракона, да? Да. Открывается под ней портал в галактическое ядро, она улетает в галактическое ядро на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Она подсоединена к пластинам. Она подсоединена к пластинам? Тогда и пластины вместе с ней улетают в галактическое ядро. Готово. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Так, я сейчас даю команду на рассинхронизацию. Собирает у них все свои энергии до 100%. Готовы. Отлично, хорошо. И я сейчас подхожу, кладу руки на плечи, помогаю ей произвести импульс высоковибрационного удара и отсечь от себя все каналы к интерферентам. На счет 3. 1, 2, 3. Удар. Сжигаются все каналы, отлетают, превращаются в пепел. Есть. Открывается портал в галактическое ядро, и весь остатки улетают в галактическое ядро на переработку, закрывая, печатая, растворяя. И я даю команду сканер, на счет 3 начинает сканировать силу, биополе, все тонкие тела. Малейшие наночастицы от интерферентов уничтожаются на молекулярном, на уровне ДНК, наночастицы остаточные. Если что-то крупное находится, загорается ярко-красный маячок. 1, 2, 3, сканер начинает сканировать все 7 тонких тел, находит все. Зеленый. Зеленый, отлично, хорошо, все прошли. Проверку всех буду отпускать. Единственное, прошу больше никого не приходить в это биополе. Синий дракон, ты понял, человек прочитает сейчас манифест и объявит о своих свободах. Точно так касается беса и инзектоида. Найдите себе новое место обитания. Всем понятно? Да, понятно всем. Хорошо, открывается на счет 3 наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. И синий дракон уходит на свою чистоту. Забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Инзектоид готов уходить? Готов, да. Забирая все, что с собой принес, открывается против часовой стрелки портал. Против часовой стрелки на частоте инзектоида. Инзектоид забирает все и уходит на свою чистоту. Все свое. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Все, Бес, готов уходить? Да, он готов уходить. Слышь, Бес, я у тебя хотел спросить, а вот этот уровень минус 2, как он выглядит? О котором вот эта Надира рассказывала, где она находится. Что это такое? Один из начальных уровней. Один из черноты, пиявки, грязь. Пиявки, грязь. Никакого света, темнота? Ну, он говорит, что определенный свет есть там. Есть, понятно. Скажи мне, а это ты сказал начально, это значит вниз, сколько еще туда вниз остается уровней? Много. Ну, приблизительно можно спросить у тебя хоть сколько? Ориентировочно. Плюс-минус. 10, 100, 1000. Сколько? Он говорит, что трудно сказать, потому что они так не считают.
Но больше 10. Больше 10. Хорошо, Бес, я благодарю тебя за эту информацию. Ты единственный, кто ушел довольный, потому что у тебя все лярвы есть, у тебя нет причин для беспокойства. Поэтому я тебя прошу просто больше не приходи в это биополе, хорошо? И благодарю за кооперацию. И на счет 3 открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. Бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатай, растворяй, став огненную пентаграмму. Больше 10. Да, пиявки и грязь. Не самое хорошее место. Хорошо, Верочка. Так, мы закончили с интерферентами. Переходим на чистоту. Магическое воздействие, если таково есть, оно проявляется. 1, 2, 3. Может, лярвы выйдут сейчас. Выходит женщина какая-то, и она кричит постоянно. Тут ты что? Еще она одна? Она кидает слова. А ну, То есть это не магия, это слова злые. Это ее? Или чье? Или это чужое? Если это воздействие, отправляя... Это слова женщины, которая вот появляется. Я понимаю, кто эта женщина? Считай информацию. У нас еще одна магия? Но там нет магии. Вот как... Ну, с глаз. Но это слова грязные. Грязные слова. Хорошо. Так, и отправляю эту кулу. Недовольные слова. Я понимаю. Отправляю эту женщину в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Так, кто ты такая? Представься. Имя свое назови. Ты знаешь, от нее идет фантом. Вот она как это... Собака лает. Так же она эти слова бросает, как будто она в разговоре с кем-то это делает. Сбоку. Хорошо. Вот так мне и показывает. Давай попробуем от этого фантома выстроить канал. Значит, 3, 1, 2, 3. Выстраивается канал, я притягиваю, естественно, в клетку тюрьму, связанную с этим фантомом. Притянулась женщина, идет какой-то слова «сварливая баба». Так, сварливая баба, так я напишу, сварливая баба. Так, назови свое имя, сварливая баба, если не хочешь, чтобы я тебя так называл. Как? Садык. Садык. Хорошо, так, и сейчас, если на ней есть магическая защита, она сейчас подсвечивается ярко-красным цветом. 1, 2, 3. Нет у нее ничего. Нет ничего, хорошо. Так, и что она сделала? За что она ответственная? Слова кидала. Грязные. Слова кидала грязные, да? Да. Хорошо, я даю команду все, что эта ведьма сделала, все скрытое, все, что она оставила в биополе, становится явным на счет 3. 1, 2, 3. Подсвечивается в ее биополе, если что-то есть. Значит, у нее сейчас ничего нет, но идет... То есть вот эти лярвы, что были... Угу. Получается, что эти слова, вот они проходили через голову, задевали ее и оставались вот это на груди, что была лярва, боль сердечная, и вот шея, грудь, вот этой лярвой она накапливались эти слова. Вот как, понятно. Хорошо, давай тогда сделаем следующее. Я сейчас выстраиваю канал к этой садык, и мы концентрируем весь негатив, который получила от садык, и все это сейчас возвращаем ей откатом на счет 3. 1, 2, 3. Пошло по каналу все назад, что она ей дала. Все ее плохие слова, все негативные энергии, вибрации, все, что она пошло за одну минуту, возвращается ей назад. Да будет так. А так и есть. Но черные идут энергии, они как кляксы к ней прилипают через канал. Проходят и прилипают в разные стороны к ней. Отлично, усиливаются потоки. Все до последнего, до каждой буквы, каждое слово. Все назад, вся энергия черная летит назад. Делаем откат. Готово. Отлично, хорошо, все. Так, и на счет 3 я даю команду, и этот канал сжигается к этой садык. 1, 2, 3. Хорошо, как эта садык выглядит? Или как ее зовут? Она может... Ну, она сейчас заляпана вся. Заляпана, отлично. Вот так вот оно все
и происходит цадык. Не бросайся грязными словами, будешь сама ходить чистая. Все понятно? Вряд ли. Открывая портал против часовой стрелки на чистоте, это садык 1, 2, 3, она улетает на свою чистоту, помнит все. Да что получила? Да будет так, а так и есть. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, поехали дальше. Так, открывая портал галактической дроги, и улетают остатки этого канала, которые остались от Насибы и Садыка. Закрывая, печатаю, растворяю. Все, поехали дальше. Переходим на чистоту неупокоенной бесплотной души, если такого есть, проявляется. Чисто. Переходим на чистоту бесплотной подселенцы. Чисто. Переходим на чистоту негативной эгрегора, мешающей жизни, судьбе и здоровью, физическому и энергетическому. Эгрегоры есть. Вы готовы с ним расстаться? Это негативные эгрегоры? Готова. Хорошо, я подхожу к Насибе, кладу руки на плечи и моим собственной энергией помогаю ей произвести импульс высоковибрационного шокового удара и сжечь все негативные эгрегоры. 1, 2, 3, удар. Сжигаются все эгрегоры. Да, есть. Открывается портал в галактической дроне, улетают все в галактическое ядро. Закрывая, печатаю, растворяю. И на счет 3 выходят лярвы, фантомы лярв. 1, 2, 3. Зависает в воздухе. Есть. И открывается под ними портал галактической дроны, улетает галактический дрон на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. И из живота тонкой копии Насибы, 2 пальца ниже пупка, начинает разливаться резервная энергия жива белым цветом по всем фантомам, закрывая все порты от внешних подключений. Заливаются пустоты, образовавшиеся от темных и патогенных энергий, сжигая энергии болезней земных и космических. Активирует гармонию и свойства чакры. Если где-то осталась негативная энергия, то иная энергия проявит ее в виде темных пятен. 1, 2, 3. Пошел свет. У меня на голове пятна. Хорошо. И появляется, открываем воронку против часовой стрелки, появляется твой высоковибрационный инструмент для удаления остаточных негативных энергий и вибраций в биополе, приступая к удалению. Усиливаем мощность инструмента в 50 раз до последнего микрона, все засасывается в инструмент. И выбрасывай воронку, уносится в галактическое дрона, переработку, закрывая, печатая, растворяй. Переходим к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Насиба должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Готова. Хорошо, я говорю вслух, а и тонкая копия пусть повторяет, которые заключены мною, сколько энергии нужно до полного восстановления и корректировки. 320. И на счет 3 в макушку головы начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Мощность потока усиливается. Готово. Хорошо. Какая частота вибрации максимально комфортна для биополя сейчас? 25. И поднимаем до числового значения 25 Гц. Пошел подъем. Готово. Отлично. Хорошо, мы закончили чистку. Как вы себя чувствуете после освобождения? Благодарит. Она очень хорошо себя чувствует. Она видит свои энергии. И еще она говорит, что ей полностью нужно менять свою реакцию. Когда она начала читать манифест, она поняла, что слова, что в манифесте, что я беру на себя ответственность, они много значат. И вот это прощение ее многому научило. Она пересмотрит полностью то, как она относилась к ситуациям и к другим людям. Замечательно, вы все поняли. Благодарю вас. Желаем вам скорейшего выздоровления. Держите вибрации высокими. Первые пару дней старайтесь только положительные эмоции. Возможно, все остальное время поддерживать, и все у вас будет хорошо. Мы сейчас будем возвращать вас в систему биоробот-душа.
Хорошо, Вера. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. И отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. Я здесь.